Я в последнее время только жидкость умела. А, говорит, я умею костры разжигать. Не, жидкостью могу, все умеют. Я могу без жидкости. Ну вот, надо по-взрослому вообще-то. Это на камеру уже. Обязательно. Мы по-взрослому сейчас пойдем. Естественно. Тащи, тащи, это нам пригодится. Сейчас будем ломать и разжигать костер. Что это было, Марина? Что это за беспредел? Что? Веточки что? Хоть сухие, ты проверил, ломаются, хорошо? А маленькие. Тима, давай тащи. Иди, в... Тимофей, иди вперед. Только не, недалеко вперед. Смотрите, там туалет. Приемная, да? Да. Какая-то. И это. А это что-то красивое будет место. А что это там по мусорам много? Ну да, а здесь мусорка, по-моему, раньше стояла. Может, тут стоит, взяли, убрали. Да вот. Нет, она на как-то убирает. Да по всему воздаху столько мусора. Можно день ходить собирать. Да, тут уже готовый костер. Вот и скамейка. А вот эта бомба подорвалась. Давно тут бомба подорвалась. А ну подождите, ребята, вот. Они легко отстирываются. Походные. Им уже 10 лет. Они скажут, да, такая ткань? Да. Это как новая. Им не холодно тебе? Нет. Хороший? Сколько мне лет? Нет, но я хочу услышать. Мне 7. Ого. Так у тебя скоро юбилей будет, 10 лет, наверное, да? Мне 7. А 10 скоро будет, да? Мне 8 будет. Вот, смотри, смотри. У нас есть желуди. Что будет? Знаешь, что будет? Ма, у нас дуб будет. И есть семена шишки. Шишки сюда. Какая? Вот это была основа, вот такая. О. И на ней вокруг, подожди, и на ней вокруг, вокруг вот такие штуки. Во что шишка превращается? Вот это была шишка. С дырочкой. Так, в какой газете нас... Ой, там дырочка. Можно сразу? Пока я больше не хочу. Я Тима, пойдем покажу тебе, что такое акрила. Как? И Даша же. Да, а ты только вот недавно... Спасибо!
скажи твои. Извините. Собирай и неси. Классный лес, смотри, какой классный лес. Не надо сейчас задымить хоть, может, ты хоть сюда кинуть, да? А вот сбоку пусть. Во! Давай сюда, ломай, какой красивый. Иди сюда, 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 вот сюда. Чуть-чуть сломай их поменьше, чтобы. Мы их сюда положим сейчас. Давай, я помогу поменьше. Будешь класть? Не хочется. Ну ладно. Я... А у меня с этой стороны можно? А, у тебя прям там огонь, огонь. А это кого, мам? Моя? А это штука Дашина. А Даша сейчас скажет, у тебя там... Много же игрушек. Она скажет, подари мне твои игрушки, я буду с ними играть. Морковку! Ты подаришь? Морковку он мне подарит. Тим, ты можно только руки протри хорошо салфеткой? Без проблем. Ты можешь даже сесть на пенку, вот на мою. На пенку. На пеночку. Пенка у меня ассоциируется сама, знаешь, чем с пенкой. А у Тимы нож. У меня еще вот такой есть хлеб порезанный. Сейчас покажу. Разносолы на столе. Это практически уже маевка, только в феврале. Сосисоны ждут. Пошел процесс, пошел. Мои вот эти вот крайние. Удивительно, как еще все под наклоном держится. А у Тимы какао есть. Тима, будешь какао или чай? Какао. Это твоя, Марина? Да. Падшая кружка. Такая хозяйка. Такая кружка. Я все варила.
Ой, слышите, да? Плывут. А кто там? Кряквы, кряквы. Я вот их не вижу. А я сейчас тебе их покажу сейчас. Вот иди сюда, Мария. Птицы надрываются просто. Мама, те, где пожали, они в А что ты с этой стороны сядь, Марин? Понимаешь? Себя мучаешь. Они во мне. Угу. Ой, он такой зажаристый, класс. Оранжевый. Оранжевый, вы что? А ты с этой стороны не садись, здесь как раз дым идет. Марина, у тебя уже готов. Он уже мягкий. То может потечь.